Ребят, всем привет! Хочу сегодня показать еще один из дней деревенских. А сегодня у нас такое мероприятие в деревне. Ну, как бы глава организовал День здоровья. Вот. Вся деревня будет сегодня кататься на лыжах. Хочу вам это показать тоже. То, что не все так печально в деревнях. Вот. И да, хочу поздравить всех нас. У нас уже больше 900 человек. Это, можно сказать, целое население нашей деревни. То есть вся деревня смотрит меня. Вот. Но у нас будет больше. На это нужно время, конечно. А еще хочу у вас спросить. Как мне говорят, у меня на канале появилось очень много понтов. Вы тоже так считаете? Или как? Я считаю, что без того результата, который у меня есть, если бы я это все не показывал, вас бы это не заинтересовало. Поэтому такие вещи нужно показывать, что я туда-сюда езжу и отдыхать езжу. То, что все возможно, независимо, где мы живем, в деревне, в городе, даже безработные, не безработные. Вот, цель такова. То есть любой человек деревенский может также ездить отдыхать, в Москву ездить, еще куда-то ездить. Поэтому это как раз-таки вас и зацепило, и поэтому вы на моем канале. Без этого вас бы здесь не было. Поэтому это не понты вовсе, а реальность, которую я делаю, и благодаря чему вы со мной. Движуха начинается. Так, ну вот это начало. Пока народа нету. Сегодня развлекаловка. Вот. Что скажете, ребят? Все отлично. Все прекрасно. Бегать будете? Да. Красавчик. Вот народ подтягивается. Там трасса наверху. Представляется главному судье сегодняшних соревнований Галимьянову Борису Галимьяновичу. Еще раз, здравствуйте, ребята. Я также пожелаю вам удачи, звенящей лыжни, чтобы вы все пришли, сколько стартовало, сколько финишировало. Ни пуха, ни пера вам. Ну вот, раз, ничего так. Красавчики, молодцы. Хорошо организовали. Для деревни самый топ. Также здесь питание организовано. Итак, Настя, внимание! Марш! Готовься! Давай, молодец, молодец! Молодец! Давай! Ребят, на самом деле радует такая ситуация. Смотрите, сколько народа. Вся деревня как будто здесь собралась. На сегодняшний праздник. Вот. Это как лучшие былые советские годы, когда вся деревня собирается и проводит какой-то общий праздник. Вот. Мы, к сожалению, это все потеряли. Вот. Нынешняя Россия, она совсем другая. Каждый сам за себя. Но в такие моменты кажется, что что-то еще от Советского Союза осталось. А я хоть и не пожил в Советском Союзе, но мы, кажется, потеряли нечто большее, нежели просто страну. А мы потеряли какой-то, как сказать, какую-то объединенность. Раньше, хоть я и не жил в Советском Союзе, раньше всех объединяло одно слово. USSR или СССР по-русски. Вот сейчас всего и нету, и люди не знают, как объединяться. Поэтому в нынешний момент это объединяться нужно просто даже элементарно, можно посудить по тому, как раньше жили. Раньше жили, делали все общими усилиями, так сказать. Даже вот, ну, наши родственники, мои родственники, элементарно даже сено привозили всей гурьбой. Все быстро происходило. А это было при СССР. А сейчас же всего этого нету. Каждый сам за себя.
И мне кажется, это одна из самых главных потерь для нас всех. Пум-пум-пум. Люди СССР. Как праздник? Как настроение? Удачи вам на трассе. Самое печальное, что это всего на один день. Вот это все объединение, так сказать. Когда кач? А? А? Что скажешь? Почему не на лыжах? Где лыжи твои? А? Где лыжи твои? Без лыж, а почему? Ну и чё? Можно же и на лыжах было поездить. Чё, какое место? Первое. Первое? Ой, молодец. А у тебя какое место? Второе. Ох, красавчики, молодцы. Советские песенки включать надо. Молодцы, молодцы, молодцы. Люди советского времени. Хочу, чтобы вы все подумали и свое мнение написали. Как вы считаете по поводу несуществующей страны, так сказать? Это печально или это все клево? То есть это дорога в будущее или мы на самом деле что-то потеряли? Вот, все-таки, мне кажется, подписчики у меня с советского времени тоже есть. Вот. Напишите, пожалуйста, свое мнение. Молодец! Учитель тебе гарантирует, что пара кайфаста тебе купит уже. Крадешь его? Ладно, что? Спокойно хоть по. Я там буду бегать. Давай, 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 давай. Вкусняшки. Будешь? Буду. А что, блиной, да? Сахаром. Ну, вкусняшки. А кто организовывает это? А? Питание кто организовал? Сельсовет? Сельсовет. Никитин. Ты меня тут не снимай. Все-таки интересно в деревне. Ее поздравляем со вторым местом. Нам подходит на пьедестал Сережкина Александра. У нее третье место. Аплодисменты. Поздравляем Максимова Данила с почетным вторым местом. Пожалуйста, аплодисменты. А к нам выходит за грамотой и за медалью Ахмадеев Руслан. Thank you.
Приглашается Петров Михаил. Мы его поздравляем с 3-м местом. А, ребят, ну вот, пришло такое мероприятие. Я сам сейчас поеду на горнолыжку кататься в город. Вот. Ну, на самом деле приятно, когда вот такие моменты, такие мероприятия проходят. Хоть когда-то, какой-то день, все деревенские объединяются. Вот, как сегодня. На самом деле это круто. Вот, я говорю, что в советское время, хоть я и не жил, но я знаю историю, как бы таких моментов было очень много. Работали все дружно, жили все дружно. Не было вот этого различия, как сейчас. Вот, поэтому, конечно, печально, что страны такой сейчас не существует. Вот. Но хотел бы ваше мнение узнать. Как вы считаете по этому поводу? Хорошо ли это или плохо? Вот, всем пока, всем удачи.